Жена приехала покупать машину. Сейчас увидите, какую машину женщина приехала покупать. Вот эту белую Audi кабриолет. Ну чё? Не катит, цвет не тот. Коробка автомат, все как положено. Каприолет Audi A6 бизнес-класс. Так это чё, кожаный салон, что ли? Ну да, конечно, кожаный. А чё, как сигнализация есть у неё? Конечно. И сигналка. Два ключа. Во. Во, ключи. Ну, не знаю. Как-то дорого. За 4500 заберу. Да не, 4500 не отдам. 6700 забирайте, она ваша. Да не, короче, не. Наверное, не буду брать, дорого. Ну чё, милый, как тачка? Чуть дорого как-то. Клянусь мамой, ни бита, ни крашена. Год свежий. Прошлый, 2003 год. Руль еще не затертый. Пробег реальный, не скрученный. Вот, смотрите. Это что такое? Это что? Это что? Да это ничего, это нормально. Вот. Вперед-назад едет.